Павел, скажи, пожалуйста, а у тебя вот из-за перепада температуры случается ли с кожей такие ситуации, сухость на руках, может быть, еще что-то? Ну, в общем, правильно, подвела ты уже к экспериментам, которые сегодня почему-то проводятся именно на мне. В общем, друзья, дальше мы будем с вами рассказывать о том, как заботиться о коже своей. Давай, оставляй ручку, пожалуйста, я тебя приглашаю сюда к нам за стоечку. Пожалуйста, Я себя сначала приглашаю сюда. Итак, Павел, посмотри. Значит, друзья, давайте так, полезные советы. Полезные советы, ведь можно пользоваться просто кремом, да, а можно ухаживать за своими руками, как выяснилось, способом народным. Вот сейчас нам Анечка-то и расскажет. Итак. Во-первых, я покажу, как я умею вот яйца разбивать. Вообще это важно, на самом деле. Итак, друзья, 7.55, 11 января, Анна разбила яйцо в студии. Я готовлю не завтрак, прошу заметить, что это не завтрак у нас. А есть хочется? Скажу я вам. Я бы достала сейчас, конечно, бы плиточку отсюда и быстренько их пожарила. Колбаску не надо добавлять. Итак, что мы сейчас делаем? Мы отделяем белок от желтка, правильно? Да, потому что нам нужен только желточек. Нам нужен только желточек для нас, для нашей маски. Итак, дальше я добавляю еще два желтка. Две ложечки меда. Так, сейчас посмотрим, чтобы оно у нас добавилось. Две ложки меда. Да. Павел, помогай мне, возьми, пожалуйста, вилочкой, да, помогай снимать. Да что ж ты, каким концом ты снимаешь? Слушай, каким разбивала, таким и снимаю. Знаете, я тоже вот первый раз в студии занимаюсь кулинар, с медом. Павел не кулинар. Да. Да. Итак, ну вот, буду вот так делать. Сейчас, подожди, нет, у меня есть салфеточки. Итак, сейчас мы тебе будем накладывать. Для чего вообще? Ты знаешь, стоп. Для чего мы это будем делать? Для чего я знаю? Чтобы кожа была мягкой. У меня вопрос какой? Значит, два желтка там появилось, да. Две ложки меда там появилось. Вот это сейчас что? Сейчас это масло. Подожди секундочку. Нам нужно немножечко перетереть желточек, понимаешь, с медом. Потому что потом, когда мы добавим масло, мы уже не сможем это сделать. Запоминайте, Павел. Итак, дорогие друзья, два желтка, две ложки меда. Мы доводим до состояния однородной массы. Да. Далее. Теперь вот так вот искусно просто добавляем маслице. Масло вот какое, если можно, смею спросить? Можно на свой вкус. Ну, желательно, конечно, оливковое, честно так, говоря. Для кожи это давно было известно, это что это у нас практически оливковое. Сегодня это будет оливковое тоже масло. Интересно. Не переживайте, Павел, вашим рукам будет очень комфортно сегодня. Вы знаете, друзья, у меня хорошая медицинская страховка, поэтому, честно скажу, не страшно. Итак, давай берем сюда руку. Давай, нужно обязательно так чуть-чуть манжетик вот отодвинь, чтобы мы тебе... Как же мы это сделаем-то? Ну, сейчас как-то давай, попробуем. Вот итак, манжетик убрали. Да. Вот. И самое главное, говори сразу свои чувства. Что ощущения? Да, ощущения, конечно. Я тебе сейчас еще сделаю маленький массаж. Значит, друзья, я честно скажу, первый раз меня в прямом эфире чем-то намазывают и растирают. Что сказать по ощущениям? Я не знаю, с чем это сравнить, потому как это первый опыт. Наверняка вы желаете еще кресло массажное сейчас, Павел, чтобы совсем уже расслабиться. Было бы приятно и фреш, действительно. Но я скажу так, пока ощущений я не знаю, но буквально через несколько минут мы с вами сможем сравнить эффект до и эффект после. Нужно обязательно, чтобы это все впиталось. И пока это все впитывается, давай посмотрим рубрику «Красивые и смелые». Это прям про нас с тобой. Ты красивая, а я, судя по руке, смелый.